Регата на катамаранах, спортивное ориентирование и стрельба из арбалета. Молодые нефтяники провели выходные в глухой тайге почти за сотню километров от города. На берегу реки Тромьеган в Сургутском районе прошел туристический слет работающей молодежи ПАО «Сургутнефтегаз» «Робинзонада-2022». Проверить себя на прочность решились более 130 сотрудников компании. Как это было, расскажет Мария Ливанян. Качаем нефть, качаем газ, идем вперед, настал наш час. Каждый знает, что в лесу победа будет за ОСУ. Шагу назад, а только вперед, команда «Алга» победу найдет! 13-й турслет работающей молодежи ПАО «Сургутнефтегаз» собрал самых сильных и смелых сотрудников разных структурных подразделений. В соревнованиях и конкурсах участвовала 21 команда. Но главное все же не победа. Главное общение. Это главное, чтобы вы друг друга узнали, познакомились. И как я всегда говорю, ведь даже кто-то из вас друг друга и по телефону знает, а не общался воочию. А будущее за вами, за молодежью, будущее и Сургутнефтегаза, и страны. Вот эти мероприятия дают возможность познакомиться друг с другом. За 2 года ковидного перерыва практически полностью обновился состав участников. Новички не раз слушали истории от бывалых робинзонов и к дебюту хорошо подготовились. Мы мало знакомы, но с первых минут нашли общий язык и начали классно проводить время вместе. Репетировать, отрабатывать все эти моменты, продумывать весь план. Иногда день, проведенный в лесу, дает больше, чем годы работы в офисе. В нестандартных условиях люди раскрываются с неожиданной стороны, становятся понятнее и ближе друг к другу. Возможность проявить себя была у каждого. Программа слета включала как спортивные испытания, так и творческие конкурсы. Мы выступаем по всем направлениям. Поиск, разведка, нефть и бурение. По все времена мы бурить продолжаем. Нефтью и газом всех согреваем. На Робинзонаде часто рождаются новые проекты, в том числе для решения производственных задач. Завязывается крепкая дружба, а кто-то из участников находит вторую половинку. Данное мероприятие является хорошей традицией для организации семей. Сегодня здесь с нами семья Плотников. Это Плотниковых, это те ребята, которые познакомились здесь, на этом туристическом слете. Спустя время они организовали ячейку общества, сегодня они являются организаторами. У нас сложилась семья. В 2020 году, да. Да, спасибо Робинзонаде. Так бы я никогда его не заметила. Да, я бы ее тоже. За плечами остались 2 напряженных, но счастливых дня. По итогам целого ряда состязаний определили лучшую команду туристов. Команда нефтегазодобывающего управления «Линторнефть» – новые люди! Мария Ливанян, Сергей Кондаков, «Сургут-24».